Борьба с незаконной уличной торговлей в Новосибирске вышла на новый уровень. Легально ли работает продавец, теперь можно проверить в интернете. На геоинформационном портале «Мой Новосибирск» появилась карта, где отмечены все торговые точки, в том числе киоски, палатки и ларьки. Если граждане около своего дома обнаруживают или видят нестационарные объекты, как было у нас многократно с улицы Новосибирской, руководитель ТСЖ дома, он четко теперь видит, что 9 законных нестационарных объектов около его дома, ну да, или 8, может размещаться. Если там вдруг стоит 10 или 11, он обращается в администрацию, либо к нам. Новый раздел на портале «Мой Новосибирск» создали из-за многократных обращений новосибирцев по поводу законности торговых точек. Теперь вопросов должно стать меньше. Но создатели ресурса обращают внимание, что на карте отмечены лишь объекты, которые размещены на муниципальной земле. Много вопросов вызывает ярмарка возле ГУМа, однако палатки там установлены с разрешения владельца участка, и мэрия не вправе запретить торговлю. Есть частная земля, которая приобретена в собственность, и там, ну, есть определенные осложнения. Частник, он достаточно сегодня защищен федеральным законодательством, ну и поэтому проводит свою деятельность иногда, невзирая на какие-то требования и общие нормативы, которые мы пытаемся в городе провести. Есть придомовая территория, и там решение принимается общим собранием жильцов в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!